Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Гитол, и мы продолжаем играть в мини-титанов. Ребята, всем привет, у нас мини-титаны и новые приключения. Если вы помните, в прошлый раз мы прошли турнир, и сегодня мы собирались купить какие-нибудь новые фигурки. Да, у нас накопилось много денег, и мы хотим Рейвен найти. Да, Рейвен мы ищем, Блэкфайр, дымчатый дым, Билли... Кто там? У-у-у-у-у-у-у. Ничего себе, их еще можно скидывать, кстати говоря. Да. Так. Вот интересно, так если я подскидываю, потом можно их как-то вернуть будет? Ну, я думаю, через некоторое время они возвращаются. Но, к сожалению, здесь нет Рейвен никакой, ну, поэтому двигаемся дальше. Ну да, так, это какой-то... О, смотри, мы, кстати, использовали все... Ого, да ты правда любишь тофу? Вся моя жизнь — обман. Что ж, ты заслужил награду. Мы получаем сейчас еще какую-то награду. И... Ох ты, 750 мелочи еще, ребята. Но и любитель тофу у нас чип. Да, когда эта фигурка в игре, вероятность появления тофу повышается на 25%. Что такое тофу? Это вот этот знак вопросика. А. Нажми на кнопку башни, чтобы туда переместиться. Окей, давайте переместимся. Нам сейчас предложат чип воткнуть, что ли? Да. Нажми на фигурку, чтобы открыть экран с информацией. Ну, я бы хотел бы в Робина, в Бобина в нашего. Слушай, а зачем нам Робин Бобин, если... Нам предлагают вставить чип почему-то в Найтвинга. Давай да в Робина нет, вставим. Просто показали, мне кажется. Но... Не обязательно туда вставлять. Ты хочешь в Робина вставить чип, который тофу увеличивает? Да. Его потом вынуть нельзя. А, да? Его нельзя реально выбить потом? Ну, конечно. Это что, так это? Ну, лишканул, наверное, так да? Задумано, да. Ну вот, когда фигурка в игре появится? А, ты можешь уничтожить фигурку? Нет, нет, уничтожать мы не собираемся. Да, к сожалению, у нас теперь вероятность тофу увеличивается у Робина. Да, вот. Ну, ладно. Так, ну что же, давайте двигаться дальше. Что... Я предлагаю найти Рейвен и качать ее. Да, давайте попробуем ее найти все-таки. Кстати, какие у нас задания-то вообще сейчас есть? Ой, слушай, ну там куча у нас заданий. О, какое-то письмо. Привет, чудо-мальчик. Ты, должно быть, слышал, что Лига собралась открыть новое отделение в нашем заколусье. Очередная гениальная идея из Супермена. В общем, наведайся туда и убедись, что все организовано на уровне. Я бы и сам это сделал, но у меня есть дела поважнее. Сам Бэтмен нам пишет. Слушай, мы еще 200 монет не перечислили там, кстати, одному. Да. Загляните в вербовочный центр Лиги Справедливости. Надо его тоже найти будет. Нам подсказывали подписчики, что... Ох, что мы нашли. О, Бист Боя нашли, ребята. Отлично, отлично. Его, значит, можно будет проапгрейдить. Так, до... Закрыто, да, написано? Опа, камеру, кстати говоря. Две да, из трех. Да. Камеру нашли. Неплохо. Так, нам нужен магазин, да? Мы пока что просто... Ну, вот, как раз день. И, кстати говоря, вот это был магазин или нет, который снизу там? А, вон магазин возле девочки, кажется, нет? Магазин вот на а, внизу. А, чуть ниже, внизу, чуть ниже. Есть. Давай посмотрим. Давай по магазинам пройдемся сейчас. Да. Надо выбрать нового героя. Найти Рейвен. Да, нужно обязательно. Я бы еще проапгрейдил бы кого-нибудь из наших. Так, Starfire, Blackfire... Робин. Слушай, я думаю, что Рейвен не будет так висеть. Смотри, чуть правее. Бэтгел у нас есть, Найтвинг есть. Опа. Опа, Спиди, Пчела. И куча чипов, кстати говоря. Coming soon и... Чип удачи. Смотри, чип силы есть. Ах, как жалко, что мы использовали... Чип здоровья. Ну, ладно, подожди, а здесь Пчела, Спиди, Блэкфайр, Бистбой. Что-то мне кажется... Что за Пчела, интересно? Я не знаю. Дорогие друзья, напишите, что за пчела. Может, нам ее стоит купить. Мы пока ищем Рейвен. Кстати говоря, можно Робина купить и проапгрейдить. Робина? Да, ой. Проапгрейдить его. На? Как-то... Да, сколько стоит? Чудо Рейвен есть. Чудо Рейвен. Да, какая-то чудо Рейвен. А просто Рейвен. Не, в капюшоне Рейвен нужна, да? Давай нет. Попробуем. Ух ты, ничего себе, давай попробуем. Да что-то. Нет, ну что-то чудо Рейвен не знаю. Посмотри, что у него за способности. Переверни, нажми на это, переверни. Ну, у нее вот какая-то атака есть. Увеличение силы, да? Да, суперудар. Бах-бах, сыграем 3 урона все наносит. Героическая поза, которая увеличивает, и мощная массовая атака. Ну, кстати, в принципе. Да не знаю, давай лучше обычную Рейвен найдем.
Ладно, хорошо, давай искать обычную Raven. Не знаю, как она. Окей, окей, хорошо. Не нравится, так и нравится. Купил Робина. Да, Робина мы купили и использую для задания, кстати говоря. Нам использовал нужно... для задания. Да? Нам же еще для задания нужно его купить. Я все забываю это. Так, ну что, пока что у нас больше некого покупать, поэтому мы выходим из этого магазина, будем двигаться дальше. Да, будем двигаться дальше, ребята. И что мы, куда мы двигаемся? Опа, нас тормознули. Отличный движок для покупки фигурок, правда? В интернете пишут, что скоро мы увидим новых юных титанов. Что? Правда? Ну ничего себе. О, я имел в виду крошечных титанов, новые фигурки, ха-ха-ха. А вы подумали про мультсериал? Слушай, мы можем сразиться на самом деле с ним и немножко XP получить. Ну давай, давай развеемся немножко. Да. Не только же нам родить коллекционер. Карл? Да. Это Карл? Карл. Это Карл. Ну ты Карл. Так, ну что же, бейсбоя возьмем нашего. Бейсбоя надо, кстати, будет проапгрейдить. У нас можно его силки скормить там. Ну да, можно скормить его силки, кстати. Слушай, ну бейсбой мы, кстати, его не очень так используем. Да. Что-то он как-то нам... Слушай, а что у Робина 35 хелсов? А сколько должно быть? Он 100? Так мало хелсов у него? Ну, конечно, Робин у нас не так-то уж и силен. Так, что он за вонючку вокруг себя пустил? Что такое? Увеличивает у него, видишь, шкалу. Очень быстро летит. Да? Или ну, нет? Ну, сейчас ему тогда прилетит посильнее. Палкой по башке! Бах! А, видишь, вот эта вонючка к чему приводила. Уклонение. Да, это мы зря потратили атаку. И у него тоже есть палка. Это Робин какой-то, что ли? Ну, какой-то это полуробин. Ой, у нас еще и... Так. Да, это Робин. Ты очень похож на Робина, но какой-то злой, да? Так, давай по чуть-чуть атаковать. Не это. Не лихач так сильно, не жди. Я бы вообще бы сейчас вот... Посмотри, вот у него у нас есть класс написано, что очень хорошая атака будет. Я бы использовал сейчас массовую и двоих бы прям вот наказал. Ну давай, 12 плюс 12. Еще и удача, может, какое-нибудь везение. Да. Ох, вот так. О, плюс 3, повезло. Мощь. И, кстати говоря, мы можем, если сейчас еще раз батарейку заюзаем. У него, видишь, стоит палец вверх, значит, мы можем, мы больше дамаг будем наносить. А что ты, а да, общее дело. Так, смотри, у них вот эта вонючка... Это... Накапливают мощь, ну, что я делать? Просто боюсь... Ждем, нажимай! Во-во-во, теперь можно нажимать, да? Да. Вроде вовремя нажал. Да! И завалили обоих, ребята. Ну, вот так вот. Вот такой вот бой получился. Мне кажется, ну, прикольный. Да, очень интересный бой. Так. Мы опять поднакапливаем денежек. Что-то у них у нас прям много... О, слушай, Бэтгёрл она выпала седьмого. Она не выпала, это она... Я думал, выпала седьмого уровня. Так, ну что мы себе прокачаем? Может, мощь хотя бы прокачаем ей? Хоть посильнее будет немножко, пусть будет. Ну да, да, пусть будет помощнее. Так, Bad Girl мы апнули и двигаемся дальше. Teeny Titans Go! Так, фух! Ну ладно, фу так фу. Что нам, что у нас тут горит, каких 4 знака? Ну вот у нас бейсбой есть. Можно скормить его. Опа! Опа, вперед. Да. Кормить. Опа! Кстати говоря, мы Робина, кажется, кормили, да, немножко? Да, Робина кормили, но у нас, видишь, больше нет фигурок Робина, чтобы скормить еще. Надо кормить, надо покупать. Да, нужно будет покупать, потому что... Давай, это... давай за Рейвен сходим и за Робина. А кажется, где Рейвен-то, понимаешь, все бы хорошо, если а бы я знал, где Рейвен. А магазинчики надо, бегать по магазинчикам. Давай пойдем, посмотрим, где есть еще магазы. Так, здесь виси-виси. Вот здесь, кстати, какое-то задание есть. Вот в этом магазе мы были? Да, давно уже, мне кажется, были. Нет, мы сейчас прошли с тобой вот этот магаз, да, а в нем не были. Вот в этом мы, может, даже вообще не были реально. Так, а где здесь люк есть поблизости? Ладно, пойдем пешком, пойдем пешком. Пойдем, может, кого встретим, камеру найдем. Да, может быть, камеру какую-нибудь найдем. Ну, все. Так, слэшами, слэшами. Да что-то, что он пристал-то? Пристает, как приставучий. Не дает прям такое ощущение, чтобы пройти. Так, слэшами передвигаемся. О, кстати, Грек, задание заодно, квест возьмем. Ну-ка давай, кто это у нас? Привет, беседа. Побеседуем с ним и узнаем. Как же я обожаю 80-е. Ты о чем вообще? В 80-е ты даже не родился. Послушай, дедуля, 80-е снова в моде, особенно у моего поколения. Уж поверь, я разбираюсь в самом потрясающем десятилетии в истории. Сейчас докажу, давай сразимся только фигурками из 80-х. А у нас есть такие фигурки? Я не знаю, все зависло. Да?
Все зависло, дорогие друзья, я не знаю, что делать. Да уж. Ну что ж, ребята, разберемся в этом позже. А пока что спасибо вам за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. О, слушай. Победите новое задание. Да. Надоело. Ладно, дорогие друзья, с этим мы разберемся уже в следующем видео. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до скорых встреч. Пока, ребята. Пока.